Ну что, сегодня, как и обещал, стартует новая серия проекта «Перекуп». И на этот раз вы будете просто в феерическом шоке. Эту тачку нужно делать просто с ног до головы. Ну что, показываю, только сильно не пугайтесь. Ну, встречайте мой новый автомобиль, которому я подарю вторую жизнь. Это пятнашка. Работы с ней нужно сделать просто немерено. И она также плохо выглядит и под капотом. Вот как выглядит сзади эта малышка. Сейчас мы заглянем вовнутрь, и вы вообще обалдеете. Кстати, открывается тут всего одна дверь, и то с большими усилиями. Ну что, я надеюсь, вы готовы. Фух. Да-да, ребята, это полная жесть. Сзади вид совершенно не лучше. Даже не стоит панель, но, слава богу, она идет вместе с машиной. Я сам смотрю на это, и мне становится плохо. Ладно, итак, что я собираюсь с ней сделать? А цену, за которую я купил эту тачку, я скажу в конце видео. Итак, в первую очередь поменять задний бампер, установить недостающий стопак, установить новый комплект зеркал. Также тут требуются новые накладки на пороге. Однозначно будет меняться крыло, будет меняться капот. Передний бампер либо спаяем, либо также купим на разборке. Также купим правую фару, купим 4 новых ручки. Так, теперь насчет колес. Мы установим сюда литье и поставим, конечно, зимнюю резину. Теперь что нужно сделать под капотом? Так, эта машина сейчас не на ходу, а чтоб она поехала, нужно одеть ремень ГРМ и поменять топливный насос. Ну и привести тут все в порядок. По салону это установить панель, собрать торпеду и привести в порядок всю проводку. Также поменять 4 стеклоподъемника. Далее я разберу весь салон, помою его и установлю обратно. А самое главное это то, что после всего, как я все это с ней сделаю, я погоню эту тачку на полную перекраску. Погоню красить ее я снова своим друзьям, которые мне красили тренажку. Кстати, ссылку на них оставлю в описании. И в итоге эта тачка заиграет абсолютно новыми красками. И я уверен, она будет нереальной пушкой. Я знаю одно, что это будет нереально сложно. Но проект уже взят, и я доведу это дело до конца. Я буду снимать абсолютно все, каждую мелочь, каждый ремонт, который будет производиться с этим автомобилем. Также в этих выпусках буду показывать новые лайфхаки. Заниматься ей я начну уже сейчас. И постараюсь как можно быстрее выкладывать новые ролики с ней. Короче, все будет происходить на ваших глазах. Ну а теперь о цене. За сколько же я купил эту тачку? А цена ее составляет всего 10 тысяч рублей. По моим планам я должен довести эту тачку до идеала, потратив не более 40 тысяч рублей. И замечу это вместе с покраской. Кому интересна такая тема, просто ставим лайки. Ну а я уже начну с ней работать. Пожелайте мне удачи.